Чуваки, я, короче, залез на эту шнягу, да, вот, я тут сижу в этой бочке. И, короче, Лёха сейчас сюда прибежит, и я расстреляю этого чувака. Вон, я прыгаю. А вы видите, вот, я готов, я готов. Вали, вали! Нет! Лёха, забегай сюда. Нет! Бегу. Нет! Не убивайте, не надо! Мальчик. Они тебя убили? Нет. Они здесь, давай, где ты? Я в этой бочке. Чё ты не убиваешь никого? Блять, так спалится. Так, странно. У меня из дома что-то начали пропадать вещи, когда я начал уходить. Ладно, включу вторую печку, вроде ничего такого нет особо. Лёха, какого хера ты делал у меня дома? Это мой дом. Ну-ка, повтори. Это мой дом. Твой? Да. Ай-яй-яй, о господи, какие у тебя страшные глаза, Лёша. Что ты курил? В печку? Да. Я в печке, пока ты там развлекался, я успел скурить все накраденное. Ну-ка. Ну вон, смотри, вон все бумаги. Твою мать! Вон, так. Смотри, сколько у тебя бумаги, вон. Опа, уит. Все, короче, чуваки. А, сейчас, кинем бумагу в костер, в прямом смысле этого слова. Зачем она нужна, ё-моё? Ну, её менять можно на этом сервере. Ну вот, это значит, Лёха по имени Аваденька-Авадень. Я боюсь прочитать его имя не так, это он меня закидает картошкой. Ты уже не так это сделал. В смысле? Да все правильно, все правильно. Ну вот, господи, меня просто страшно, меня картошкой правда закидает. Наш дом, у нас есть топ-лут, у нас все есть. У нас есть Лёха, если есть Лёха, есть топ-лут, есть все. Он выглядит как тюрьма, конечно. Ты увидишь, как дерьмо. Тюрьма. А, как дерьмо. Я думал, как дерьмо. Это тоже. Апш, мне в лень составлять эту штуку. Обосрался. Так, подожди, Кирок у нас... Кирок у нас... Вы не можете навредить члену клана. Члену клана. То есть у клана такой большой хуй, да? Ну, маленький, да, я маленький. Чуваки, мы придумали новый офигительный план отстрела всяких даунов. Я, короче, полностью в рад сует этой броне, да? И Лёха, короче, он будет как приманка, то есть он будет давать всем себя убить, и потом они будут ковыряться в инвентаре их, а я просто возьму его и выстрелю в голову на той бочке. Вообще найс. Ну, у меня, учитывая то, что еще весь инвентарь камнями забит. А, во, они, короче, долго будут ковыряться там. Ну, короче, когда мы начнем, когда кто-нибудь прибежит вообще, давайте. Прошло несколько дней и еще несколько дней для того, чтобы забраться в эту бочку. Нас много раз кикало с этого сервера за Валхак. Итак, мы тут сидим как два сыча, блядь. Вот когда подышал какой-то, мы сделали ему тотальный отстрел, у него же подмыха растянулась. Да. Он у меня здесь вообще. Безысходность. Бля, ты его пихнул. Так, стоп, откуда этот фрагмент? Мы же хотели показать там, где бочка. Ну, да насрать, это не важно. Ну ты чё, попшикай давай. Попшикать? Ладно. Лучше пшикай, за что я тебе плачу вообще, а? Ты мне вообще не платишь, если что. Заткнись и работай. Чуваки, я, короче, залез на эту шнягу, да вот, я тут сижу в этой бочке. А короче, Лёха сейчас сюда прибежит, и я расстреляю этого человека. Видишь, там вон я прыгаю. А вы видишь, вот. Да. Вот смотрите, где стрела, а я вот за вот этой бочкой. Меня не убьет, потому что я вантер от маскировки. Да, маскировки. А я. Вот, вообще это найс место. Вообще... Давай, Лёха, веди сюда кого-нибудь. Вообще это уже утро на улице. Да, я все пытался сюда залезть. Очень долго подняться. Вот залез. Ой, найс. Здесь волка убивал. Давайте, я готов. Вали! Нет! Лёха, забегай сюда. Нет! Бегу. Нет!
Убивайте, не надо! Они тебя убили? Нет. Они здесь, давай, где ты? Я в этой бочке. Че ты не убиваешь никого? Блять, так спалится. Давай, стреляй! Их тут трое! На помощь! Помоги мне! Погоди! Бля, Лёха! Я их бью за... Нет, беги к этой бочке, где я сижу, вот, да, вот тут бегай. Я их в рукопашку быстрее убью, чем ты. Давай. Шутаешь. Мочи. Беда! Здесь? Да, тут. Давай. Давай, сейчас не буду туда. Давай, убивай. Все, жди, сейчас убью. Лутают? Нет, сейчас будет лутать. Бля, тут два топ-лута. Ты включил? Не, да, жди. Бля, тут они, короче, сейчас лутать будут, а я их убью. Они запутся. Ну так, конечно. Я думал, ты мне поможешь. Так, блядь, они носятся все. О, аэродром. О, тут кевларчик прилетал, надо сраться. Ну все, кевларчик-то я точно убил. Убил почти. Тебя вычислят. Не, я же на почке стою. Да они что, еще не спали? Не-а. Зашибись. Они еще лутают мои шмотки? Ну, насчет твоих не знаю. Да, они лутают вообще, ну, их двое. Давай, мочи их. Я сейчас... Всё, я им в хэт попал. Они бегают тут. Вах. Сейчас я подбегу. Цоп. Ты убил хоть кого-то? Хоть кого-то нет. Вы убили Крут. Он от потери крови сдал. Класс. Давай, беги в это место. Ору. Много там сдохло? Да. Тут просто пиздец, какая-то оргия, не знаю. Ну, собственно, место работает. Вообще отлично. Ага, мой респект. Слышь, он баррикаду поставил. Кому же это респект? С какой стороны он баррикаду поставил? Ой, здесь кевларщик. Сейчас его прицеплю к нам. Упор побегу. А-а-а! О, блин, у него М-ка. Я выйду сюда. А у тебя что? Стреляй в него, не дробовик. Нет, я спалюсь так. Да мне похер, что ты спалишься, убивай его просто. Окей. Я тут типа такой лутаю, стою. Лёха, сбегут. Попал. Убивай его. Лёха, сзади. Нет. Сейчас они, может, побегут лутать начнут. Там же много этих самых ящиков. Тут в ангаре типа баги, бля. Хом пишу. Давай, замес. Не, этот. Блять, как там? Клан варп. Все, через 20 секунд. Что через 20 секунд? Ну, живу. Стоп, ты никого не убил, сваливаешь оттуда. Да, блядь, чувак, меня спалили, что я в баге. Бля, Лёха, мы, короче, там наверх костер поставили. Ну. Вон там вот. Нету. Ой-ой-ой. Иди сюда. Ауч, меня попали. На, Лёха. Тихо-тихо, они идут. Лёха, иди скинуть. Вон они идут. Ой, я вижу. Готов их валить? Да.
Эминем топ. Блин, давай, сейчас он будет меня лутать, давай убивай его. Стреляй, ну. Ай, стой, они перестреливаются. Это круто. Убей его просто. Могут не, пускай они перестреляют друг друга, я, когда начнут лутать, я его убью. Я что, просто так сдох, что ли? Вот. Все, убил. Ой, ты убил, Эминем. Блин, забирай, давай, иди. Так по щеке им перемылут. Ты это... Рикерт. Давай, беги сюда. Рекорд. Ору. Стоп, а давай я в ху напишу на нем, погодь. В ху. Это не может иметь владельца. Ну это тоже. Это не может иметь владельца. Хотя, с одной стороны, видишь, это шутки про расизм. Ну, это расизм. Как бы, видишь, он белый, он не может иметь владельца.